Всем привет! Сегодня хочу немного вам показать и рассказать о работе с аэропуфиком. Воздушная кисть. У меня вот такая от Камильфо. Сама кисть и 4 сменных пуфика идет в наборе. Довольно-таки удобно. Лучше всего для работы нам подойдет гель для стемпинга. Специальный у меня от фирмы Born Pretty. Он хорошо укрывистый, плотный. С ним, в принципе, довольно-таки легко сделать градиент. Я уже подготовила гипс. Это у меня цвет от Камильфо D029. Перед тем, как начать работу, нужно снять липкий слой с поверхности. Дальше выжимаю на палитру немного геля и приступаю к работе. То есть у нас первый слой должен быть очень такой невесомый для красивого перехода, для красивой растяжки, поэтому я немножко окуну в стемпинг и хорошенечко пробью подушечку об палитру, чтобы на подушке было полностью все распределено ровненько. Обилие палитру и приступаем к переносу цвета. Аккуратненько снизу вверх прошлись и можно уже подсушить первый слой. После просушки можно наносить второй слой. Я опять окуну, пробил все то же самое, но вторым слоем я уже не буду доходить до верхней границы, я буду делать просто ярче нижнюю часть. Второй слой опять на просушку, и нам остается сделать ярче кончик. Просто снизу добавлю яркости. И наш градиент готов. Сейчас я отправлю на просушку типс. Наша растяжечка уже готова. И нам нужно ее перекрыть для хорошей носки. Я буду использовать ультрабонд. Полусухой кистью пройдусь по торцу. Дальше топ с липким слоем. Можно не полностью перекрывать, можно только белую часть ноготка. На просушку. И последний слой у нас будет топ без липкого слоя. Вы можете использовать с липким слоем, как и чем вы работаете, это выбор уже за вами остается. Нам главное первый слой перекрыть или базой, или топом с липким слоем. Перекрыли и в лампу. Как вы видите, и без аэрографа мы можем быстро сделать растяжечку, имея под рукой пуфик.